Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion. Ну что, армию, пожалуй, мы оставим пока такую, какая у нас есть. Единственное, что лучников, наверное, немножко сдвинем. Да, и копейщиков, потому что, действительно, когда наш бомбардир взрывается, он уничтожает и наши, как говорится, войска. Так что пускай он стоит здесь, ближе к экрану. Ну что, рулим. Ух ты! Ты посмотри, что он делает. Вот это нежданчик. Вот это был нежданчик, ребята. А где мои ассасины? Что-то я не... А, вон они. Давай. Уничтожаем всех. Так, дед заморозкой нормально владеет. Вот катапульта мне не нравится. Катапульта! Есть! Блин, успели завалить. Буквально там, ребята, у нас от армии ничего не осталось. Но, тем не менее, прошли. Так, надо поставить сундук на разблокировку. Забрать награды, ко всему прочему. Они у нас накопились уже. И это 760 монет. Слушай, ну неплохо. Смотри-ка, следующий юнит будет какой-то барабанщик. Я не знаю. Мне кажется, он будет, наверное, воодушевлять нашу армию, скорее всего. Ну что, поехали дальше. Ага, ну-ка, отлично. Так, песики, давайте уничтожайте здесь. Нормуль. В принципе, все, тут победа за нами. Смотри-ка, здесь у него ассасины какие-то, клоуны. Очередная победа. Так, подожди-ка, вот тут у нас что? Давай-ка глянем. Сражение, охота за головами. В бой. Так, уничтожить отряды любой с помощью отрядов войны. С помощью рыцарей. Заморозка. Кстати, а как вот там сделать с тобой дополнительную, например, дополнительный отряд армии? Разбойничий городок. Это нужно 270 накопить для того, чтобы получить всего лишь 326 монет. Ну, мне кажется, это мало, друзья мои, да? Тут можно, видимо, обновить через рекламу. Не буду я это обновлять. Угу. Сражение, в бой. Погоди-ка, давай-ка мы с тобой заменим кое-что. Это уже устаревшая армия, на самом деле, у нас. Мы уберем с тобой богатыря, а вместо него поставим, наверное, заморозку. Вот так. И у нас еще, оказывается, да, по-моему, у нас еще есть место для какого-то отряда. А если мы, например, сделаем... Нет, невыгодно грибочки ставить. Не хочу я их. Мы можем еще одного заморозить. А, нет, его нужно открыть только после этого. Давай отряд. Блин, у нас всего лишь один он. Что же делать? Может быть, собак? Блин, фигня какая-то. Тогда лучников возьмем. Лучников и... Так, подожди секунду. Лучники и еще вот так вот возьмем. Блин, то нужно его открыть. Все время забываю, а. Тогда все-таки алхимиков. Один алхимик. Ну что, друзья мои, попробуем. Справимся мы здесь или нет. Оу-оу-оу-оу. Так. Смотри, что творят. Блин, ребята, мы, по-моему, здесь проигрываем. Почему? Нас стерли с лица земли. Что-то пошло не так, фиаско. Так, давай-ка переиграем. Если мы хотим переиграть... Блин, алхимик, это, мне кажется, ребята, не то, что нам нужно. Мы его уберем с тобой. Мы уберем с тобой алхимика, может быть... Нам поставить вот этих лучше. И еще, например, один отряд собак, которых, наверное, можно было бы даже прокачать. Так, друзья мои, 5 уровня. Плюс мы вставляем камень.
У нас есть вот такой шанс поджечь цель. Нет, фигня. Вот. Увеличивает силу атаки. То, что нужно. Здесь то же самое стоит. Ну что, рискнем, друзья мои? Поехали. Посмотрим, справимся мы здесь или нет. Где мои собаки? Ага, на месте. Слушай, ну здесь, по-моему, намного лучше. Ты посмотри. Да, победа за нами. Шикарно. Ох, ничего себе у них тут отряд, ты видел? Сколько юнитов, но мы справляемся, по-моему. Причем очень хорошо. Есть. Так, вторая волна побеждена. И последняя, третья. Смотри, смотри, сейчас. Пу-бух. Лучников дофигища у него, ты посмотри. Давай, песики. Все, схавали. И ассасин вражеский побежден. Друзья мои, три победы. И мы с вами получаем три камня. Камень силы, скорость. Камень силы, меткость. И камень силы медленно убивает цель, если у нее осталось меньше 15% здоровья. А, немедленно. Слушай, это круто. Завершено, да? Слушай, мы можем с тобой попробовать пройти вот здесь вот за гемы, да? И нам дадут 912 золотых. Давай сделаем. Мне хочется, ребята, сыграть. Опа, это что такое? Ничего себе. Это что за фокусы? Давай, 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 давай. Убили. Так, вот этих нужно теперь разобрать нам как можно быстрее. Замечательно. Первая волна пройдена. Переходим на вторую. Опа, смотри, сколько у них псов здесь. Мои псы порвали их. Так, а вот здесь вот плохо, ребята. Смотри, что они сделали. Сможем мы их одолеть? Да, одолели. Наши собачки пятого уровня, конечно, тут отжигают по полной программе. Так, ну-ка, бомба, давай быстрее. Есть, пол отряда взорвало просто-напросто. Так, вот этого нужно богатыря уничтожить, и все. Ассасинчиков мы уже с тобой разберем. Да, ребята. Шикарно. 912 голды получаем. Хорошая награда. Кстати, если мы с тобой пройдем еще один этап, нам дадут камни. Но у нас не хватает гемов. 60 нужно на откат. Так, а бесплатные подарки у нас тут есть? Хоть где-нибудь? Нету. Подожди-ка. Есть. 9 осколков отряда. Ну-ка. Песики. И ассасины. Песики и ассасины, да, ребята? Кстати, я могу себе заказать за изумруд 3 случайных скина. Давай сделаем. Так, это у нас скин. Снежный колдун. Барабанщик-скелет. И воины, воительница. Это вместо копейщиков, я так понимаю. Ну что, друзья мои, мы с вами двигаемся дальше. Ох ты, ох ты, ух ты. Обожаю заморозку. Вот этот тут дед-колдун очень круто, ребят, замедляет противников. И это дает нам такой шанс с тобой. Преимущество. Блин, ассасинов убили моих. Давай, 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 закалывайте их. Он урона так не наносит большого. А вот то, что замораживает, это классно. Так, и последние лучники остались. Все, победа, друзья. Так, ну что. Нам нужно с тобой получить уровень, да? Кстати, мы можем прокачать с тобой кого-нибудь. Хватит у нас? Ага, 1100 нужно. Я потерплю. И это какой будет уровень-то у них? 5-й. Нам бы до 8-го прокачаться. Слушай, что если я сделаю
У меня же здесь... Так, не хватает, да? Вот этот отряд я убираю. А вот этих песиков я, наоборот, добавляю. Вот это будет мощь. Так, прокачать, может быть, нам этого... Слушай, а что у него такой порядок? Смотри, иммунитет к заморозке, к оглушению физической силы. Хм, это у него с открытым уровнем, так я так понимаю, будет, да? Для улучшения нужно еще осколки, понял. Не все так просто, я думал, что мы сейчас с тобой будем тут до бесконечности улучшать, пока у нас деньги не кончатся. Так, смотри. Хитро, кстати, он сделал. Хитро. Ну, мне кажется, здесь шансов у него... Подожди-ка секунду. Так, запинали, да? Твою налево, давайте, 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 копейщики. Потихоньку, потихоньку их бомбите. Все-таки мы справимся здесь. Там еле-еле. Но главное, победили же. Так, двигаемся дальше. Что-то у нас, кстати, не идет опыт на уровень. Разблокировать. Не хватает у меня ничего. Слушай, а тут отряд какой-то слабенький у него. Посмотри. Вообще слабый. Эти алхимики для нас вата. Победа. Почему-то мы пока зарабатываем с тобой монеты. Сражение. Блин, вот если бы мне немножко побольше гемов бы, я бы сыграл бы, ребята, еще в охотника за головами, да? Точнее, в сражение. А охотники за головами... Слушай, ну можно, в принципе, попытать счастье. Поехали. Контракт принят. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у нас, по-моему, ребята, с контрактом фигня получилась. А знаешь почему? Потому что я армию не поменял. Фиаско. Естественно, нужно менять. Само собой. Так, во-первых, берем собак. Богатыря мы с тобой убираем. Плюс лучников убираем. Особенно, которые не прокачаны. Они нам тут не нужны. Так, наемница у меня есть. Наемница есть. Возьмем тогда с тобой, наверное, бомбера. Так, этих подальше, наверное, надо отодвинуть сюда. Бомбу ставим сюда. Сделаем вот так. У нас еще есть, да, очки? Так, секундочку. Сейчас мы с тобой разберемся, кого нам поставить. Деда. Естественно, ребята, заморозка нам нужна обязательно. Лучники. Где-нибудь у меня есть нормальные прокачанные? Но только второго уровня. Слушай, а я ведь могу их улучшить. Опа. Камень. Так, он дает нам двойной урон при атаке. Сделать. Вставляем. Вставляем в этот отряд и выставляем его уже на поле боя. Слушай, ну вот так вот, я думаю, будет поэффективнее. Давай-ка мы проверим с тобой, а? В бой. Контракт принят. Твою налево, грибы, ребята, грибы! Все равно победим. Или нет? Победим. Блин, ну вот здесь вот у нас с тобой не идет. Не идет повышение, потому что мы не убиваем, ребята, именно нашими копейщиками, а должны именно они уничтожить. Опа. Так, посмотрим. Ну вот же они, бьют же, бьют. Уничтожьте отряд любой с помощью... Не понимаю я. Почему не идет прирост, а? Мне непонятно, ребята. Ладно, идем с тобой на обычные битвы. На один королевский груз? Это что такое?
Нет, спасибо за 249 рублей они мне. Я думал, это что-нибудь такое хорошее. А это донат. Посмотри. Смотри, что делает. Он хотел вот этим вот отрядом меня уничтожить. Смешно. Нет пустых ячеек. Кстати, мы же можем с тобой поставить автоспин. А ну-ка. Блин. Рыцарь тяжелый. Ай-яй-яй, заморозка. Слушай, я, кстати, смотрю, что они не очень любят брать в колоду именно вот этого деда. А мне кажется, он крутой. А как вам? Напишите в комментариях, ребята, заходит вам этот дед или нет? Именно вот, который замораживает. Ох ты. Вот эта катапульта, ребята, если попадет в отряд, будет очень плохо. Она не успела, потому что ее ассасины уничтожили. Давай дальше смотреть. О, прям блаженство какое-то. Обожаю, когда они бегут в кучей на мои мины. Точнее, на мою бомбу. Так, лучников надо этих запинать. Давай, песики. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Все. Уничтожили. Скоро, кстати, мы с тобой получим уровень, судя по всему. Отлично, сейчас будет взрыв. Нет, песики, конечно, это имба. Ассасин там, конечно, втихаря хотел уничтожить моих лучников, но не добил. Всех у него не получилось уничтожить. Сейчас бумкнет. Так, смотри, смотри, смотри. Один пробежал просто мимо. Взорвался где-то там в конце экрана. Путь командира 6-16. Достигните ранга 6, ребята. Я получил новый левел. Так, и что нам достается? Неведомые джунгли. Увеличение поля, так, лимит очков вырос. Ну, естественно. Ох ты, смотри, ребят. 1000 монет, круто. Так, изумруд, понятно. Так, это что у нас такое? Оплетающие корни, замедляет движение противников. При улучшении эффект замедления усиливается. Так, бомбот. И богатырь. Почему не дали мне вот пауков или вот этого страшилу? Так, а здесь-то как я пропустил? Так, барабанщик. Ближайшие союзники получают меньше урона от атак в ближнем бою, а также сопротивляемость к оглушению и физическим эффектам. Вот даже как. С физическим эффектом. То есть он, они не могут быть заморожены, да? Или что? Смотри. Мифический хищник. 4 карточки за 1000 рублей. Не надо. Мы забираем с тобой здесь. Кстати, мы можем поменять, видимо, джунгли себе поставить. Так, а где это у нас вставляется? Я уже забыл. Так, это не... Подожди-ка, что там? А, боевой пропуск. Скоро получим 30 карточек, ребята. На кого пока не знаю, но посмотрим. Где-то же мы с тобой можем менять. Так, 8-й ранг получим, у нас будут открыты клановые рейды. А я клан до сих пор здесь не создал, да? По-моему, нет. Это у меня в Summoner Storm. Вот там клан у меня есть, здесь пока его нету. Так, текущий рейтинг. Лучший результат сезона. Тут еще статистика есть, это круто. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Ох ты, это кто? Ты посмотри, бежит в наглую, блин. Оу. По-моему, тут фейлимся мы. Или нет? Нет, нормально все. Должны победить. Так, лучников этих сейчас запинаем еще. Прекрасно. А кто это у него там был такой, ты видел? Какой-то герой новый. Так. Мы получили ловушки заморозки, плюс боевые псы. И все. Кстати, у нас есть деньги, и я думаю, что нам нужно улучшить ассасинов. Ну, наемниц, да? Они заслужили. Твою налево, осколков не хватает. Тогда улучшим копейщиков.
пятый уровень. Так, а что бы вам поставить, ребята? У меня не так много камней, конечно. Шанс поджечь цель на 2 секунды. Шанс срабатывания зависит от базовой скорости атаки. Медленно убивает... А, немедленно убивает цель. Давай, наверное, вот это возьмем. Наверное, это глупо было. Ставить это именно на копейщиков. Ух ты. Снижает скорость перемещения на 50%. Подожди, а это мои награды или что? Ресурсы. Рейдовый. А, это рейдовый эликсир. Все, я понял. Это, ребята, когда у нас будет клан, можно будет это все применять. Ну что, погнали. Я думаю, справимся, да? Давай, 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 давай. Жучим, жучим. Так, лучники остались. Для собак лучники — это просто одно удовольствие их хрумкать. Ну-ка. Отлично. Так, здесь мы справились. Подожди, подожди, подожди. Вот, с этим отрядом разобрались. И остаются лучники. Все, их схавали. Схавали, даже не поморщились. Опачки. Друзья мои, смотрите. А, у меня же отряд там был, который может уничтожить, да? Немедленно противника, у которого остается меньше 15 хп. И мы это, в принципе, с тобой воплотили. Так, вот как вот с этим теперь быть? Смотри, один отбивается от всех. Есть! Да отбивался, мы его все-таки подбили, друзья. А вот это вот плохо. Грибы? Это не есть гуд. Ну давай, 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 давай. А кто это? А, это мой зараженный был песик. Слушай, мы выигрываем здесь за счет того, что у нас, ребята, есть очень хорошо прокачанные собаки. Без них, я думаю, здесь бы было бы очень все плохо, печально, грустно. Опять, друзья мои, это паладинша, но мы ее уничтожили. Все очень быстро и легко. Повелитель, сила природы. Отправляйся кормить рыбок. Так, награды, друзья мои. Корни, что ли, эти, да? Оплетающие корни. Кстати, я еще не видел, чтобы их кто-то использовал, поэтому я тоже их пока использовать не буду. Пока вроде бы мне отряд мой нравится. Опять. А для отряда. Нет, спасибо, не хочу. Перебьемся. Так. А, здесь разобрались. Бежим, 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 бежим. Ну, лучиков, естественно, тут уничтожаем. Так, дед, замораживай этого богатыря. Пока он там кинет свои сосульки, мы и так разберемся. Все. Ну что, следующая битва. Ох, как шикарно, сейчас взорвется, смотри. Пол отряда сразу взрывом снесло в никуда. То есть, я так понимаю, ребята, здесь еще будут у нас клановые бои, да? Хотелось бы до них быстрее дойти, но это 8-й ранг нужно получить, а у меня только лишь 5-й. А чем мы такие замедленные-то, я не могу понять. Чего мы так еле двигаемся-то? Это алхимик так сделал, смотри. Еле-еле у нас тут все это дело происходит. Так, по-моему, сейчас мой отряд погибнет от отравления. Есть. Фух, чудом просто успели выжить. А вот здесь шикарно сейчас будет. Бум. Так. Нет, 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 богатырь, тебе не справиться здесь. Это бесполезно. Мне нужны карточки на наших наемниц. Я хочу их прокачать. Ребята, так, завоевание 2-7. Мы получаем с тобой... гемы. Стенка. Минус стена. Что она делает там, я не могу понять. Какая-то аура, видишь, идет. Блин. А вот тут плохо, ребята. Тут, по-моему, фейлом пахнет. Да.
Тут мы сфейлились, к сожалению. Так, стена. Во, смотри, колдун все-таки есть, ребята. Наконец-то я увидел хоть в каком-то отряде этого колдуна. Я думал, что я только один его использую, но нет. Здесь замечательно все. Здесь тоже все будет крутенько, смотри. Великана просто сразу богатыря с тобой взорвали и... Так, тут ассасинки, ё-моё. Вот мне нужны карточки именно для них. Я хочу их прокачать. Они имбовые. Вот как по мне, ребята, они имбовые. Так, а вот эти корни, смотри. Вот они. Как они работают. Ё-моё. Они отравляют и замедляют наших юнитов. Вот принцип работы этих корней. Ай-яй-яй. Здесь беда, ребят, какая-то прям. Смотри. Песики, давайте уничтожайте их там всех. Ну и в любом случае крышка. Мы их тут заколем. Нет пустых ячеек. Ты посмотри. Ё-моё, вот это да, ребята. Вот это меня тут распетрушили. Сам не ожидал. Так, ну здесь будет все хорошо. Здесь мы выиграем. Или же... Нет, выиграем, должны выиграть. Так, у них дед этот заморозка. Слушай, ребята, это проблема. Смотри, что происходит. Может быть, я тоже зря делаю, что мага выставляю посередине. Может быть, его где-то с краешку поставить. Смотри, я даже ничего не могу сделать. Жестко. Так, подожди, спину. Вообще снизу откуда-то. И что, это думает, нормально все? Слушай, ну его тактика работает. Что-то этот чувак какой-то слишком имбовый, смотри. Давай, 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 давай. Есть. А тут у нас что с тобой осталось? Да ничего не осталось. Два алхимика. Так, мы их заморозили. И уничтожаем. Да, друзья мои. Победили. Что-то я хотел посмотреть. А, забрать награды, во-первых, нужно. Что у нас тут? Ух ты, паучье гнездо, черепа, ребята. Так, лучники багровый и портрет. Какой-то амазонки, ребят. А вот здесь мы с тобой получим уже 8 карточек на паучков. А что паучки будут делать, я не знаю. Анчивка. Так, 50 гемов. Слушай-ка, 50 гемов, я могу же... Не здесь. Вот тут. Ну что, поехали. Возьмем с тобой камни. Открываем. В бой. Первая волна. Блин, богатырь, ты достал. Слушай, вот он какой доставучий, а? Посмотри, мы его уничтожили. Так, минус маг. И минус лучники. Так, первая волна одолена. Идем на вторую. Чего? Ты смотри, сколько он там бомб взял, ребят. Слушай, ну... Короче, здесь знаешь, какой нам нужно с тобой сделать вариант? Мы сделаем вот так вот. Собак сюда. Копейщиков поставим сюда. Дед с заморозкой пускай стоит здесь.
Вот таким вот макаром я хочу, ребят, попробовать. Поехали. Надеюсь, получится. Давай, 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 наяриваем. Так, мага уничтожили. Слушай, ну здесь победим. Да. Тактика работает. А, нам нужно с тобой все заново, да? Понял. Давай, 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 давай. Уничтожаем их. Слушай, мы здесь победим. Обязаны победить. Вот этот дед круто, конечно, замораживает. И все, и они, ребята, на сколько-то секунд вообще без движухи. Если его еще прокачать до 4 уровня и вставить в его камешек, это вообще будет круто. Так, а что это такое за таран полетел? Ну и лети. А-а-а, нифига. Ребят, что за Франкенштейн тут появился? Кто такой? На изи. А вот, друзья мои, два камня. Камень силы. Так, восстановление. Каждую секунду при движении исцеляет отряд на 5% от его максимального здоровья. Сопротивление, состояние 2. Эффекты всех состояний ослаблены на 95%. То есть, если тебя травят, и ты получаешь 100% дамага, то ты будешь получать всего лишь 5% урона. Вот как это работает. Ну что же, мы возвращаемся с тобой сюда. Ух ты. Да, ребят, здесь надо будет нам тоже, кстати, с тобой поменять немножко тактику. Совсем чуть-чуть. Так, беги, беги, беги. Ну, катапульту эту. Да бегите, пожалуйста. Еле идут, ребят. И... Да-да-да, крышкой. Все. Справились. Так, подожди, дай-ка я кое-что поменяю. Я хочу кое-что изменить. Так. Сюда же этих поставим. Так, дед с заморозкой пускай стоит наверху. Ассасинов можно вообще поставить куда угодно. Они все равно там телепортируются за спину. Сделаем так. И отряд лучников пускай стоит вот здесь. У нас, кстати, с тобой еще есть одна ячейка. Можно выставить... рыцарей. Слушай, а почему бы и нет? Они что, стоят? А сколько они стоят? Они две? Ой, лопух, они стоят две энергии. Давай-ка, наверное. Блин, я уже и финансы все профукал. Ну что ты не берешься? А, он стоит у меня уже, этот отряд. Ну, сделаем вот так вот. Ну что, погнали? Посмотрим. Угу. Слушай, ну тактика работает неплохо, ребят. Когда не в лобовой идешь, а именно с боков. Шустренько мы тут запинали их. Крутим. Так. Ё-моё, у него собаки прокачаны круче, ребята. Смотри, 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 там просто мясо, каша какая-то. А где, а кто уничтожил моего, извини меня, колдуна? Скажи-ка мне на милость. О, нам крышка по ходу дела, друзья мои. Здесь не сработал фокус, к сожалению. У него собаки были круче. Вот что я заметил. Ну, допустим.
Ну, как мои псы проигрывают здесь, я не могу понять. Смотри, что творят. Дед, ты будешь бомбить-то там? Он даже не попадает. Он даже, друзья мои, не попадает. Давай, 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 давай. Есть. Лучники, вся надежда на вас. Е. Все-таки справились. Так, заберем награды. Вот, ребята. Паучье гнездо выбрасывает на поле боя стаи пауков, которые атакуют армию противника. С каждым разом паучье гнездо становится слабее. Слабее. Надо взять. Надо взять, ребята, на пробу. Но сначала нужно нанять. Где это гнездо? Так, и прокачать. Угу, прокачал. Кого уберем? Так, мы с тобой уберем. Вот этот, наверное, отряд. А поставим паука. Ага. Тогда придется вот этих еще лучников убрать. Раз не хватает, говорят. Просто глянем, ребята, что за паучье гнездо, как оно работает. Вот что меня интересует. Он тоже себя послал, такие. И все? Ну, это, ребята, чушь полная. Тогда получается. Почему у меня паучье гнездо так быстро размололи, а у него еще до сих пор он там пыхтит? Нет. Паучье гнездо мне не понравилось. Паучки слабенькие. Нет, я, наверное, лучше уберу его, да, и поставим с тобой мобильный какой-нибудь отряд. А мобильный отряд у нас... Сколько? 300 он стоит на прокачку, да? 300, 300 монет, у меня нету денег столько. Может быть, взять все-таки, а? Для веселухи. Бубух. Так, смотрим. Смотри, ребята, он все равно, он сильнее здесь. Он меня тут прижучил. Хотя, смотри. Дед, ты давай замораживай, а не стой там, супли не жуй. Еще богатырь творит. Ощущение, что он там себе какую-то броню надел на себя или еще что-нибудь в этом роде. Все. Запинали. Так, монетки копятся. Это все копится. Поехали. Угу. Захотел снизу, да, атаковать. Посмотрим, к чему это приведет. Но, судя по всему, ребята, мы пока тут сливаемся. Хотя нет, нормуль. Выровнялись. Ближе к концу мы уже с тобой выровнялись. И все у нас пошло как надо. Да не нужен мне ваш боевой пропуск. Чего прикопались, а? Ко мне с ним. Так, заморозка. Он здесь берет очень много собак. И у него тоже здесь есть колдун. Давай, давай, давай. Ну. Пипец, блин. Вот из-за вот этого вот можно, ребята, и сфейлиться. Так. Сейчас убьют. Или вы же... Нет, ребята, убили, но мы здесь выиграли. Нашего богатыря, конечно, там прессовали хорошо. Ну что, двигаемся дальше. Троянский конь. Бу-бух.
Так, тихо. Слушай, дед, вот ты куда бомбишь, я не могу понять. Вот все время смотрю, куда он стреляет своими этими ледяными сосульками. Куда угодно, только не туда, куда надо. Опа, путь командира. 7-й ранг мы уже с тобой получили. Нифига, ребята. Небесный замок. Смотри. Ё-моё, вот этого чудика, помнишь, мы с тобой тогда видели? Молниями, который шпарил. 187 монет. Изумруда 50. Это тлеющие корни. Так, бомбот. Пёсики. Блин, одной карточки не хватило, чтобы прокачать нам. Немножечко обидно. Так, это я закрываю. Здесь забираем новый вид ландшафта. Перфекционист. Выполните все задания в пределах так, путешествия и испытания. О, смотри, что он сделал. Закутался. Давай, прижучиваем. Так, паучков минус. Катапульту уничтожили. Да, друзья мои, победа. Фух. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, на сегодня пока закончим. Я думаю, что в следующей серии мы с тобой получим 8-й ранг и уже будем создавать клан. Потому что я так понял, что многие в эту игру играют, и можно объединиться и делать рейды. Ну, это будет уже в дальнейшем, да? А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.